Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Новая серия и новая королева в Old World. Ранний доступ. Рим. Мы продолжаем делать Рим великим. Делать ее империей. Захватываем Египет, пилим. В комментариях... Я понимаю, что... У этого прохождения меньше просмотров, чем у Цивы, и люди пишут, что это не так интересно смотреть. Тут несколько... То есть я это понимаю, если вы вдруг, знаете, думаете, что я такой... Ой, я вот запишу, всем понравится. Я это еще до записи этого прохождения понимал. Но, во-первых, я просто хочу поиграть в Old World, а, к сожалению, у меня не так... У меня нету возможности вот и то делать, поэтому я параллельно еще и записываю прохождение, понимаете? А во-вторых, это не потому, что игра плохая. Здесь проблемы с динамикой, во-первых, технические, то есть вот сама игра даже притормаживает, медленные там переходовки, медленные перемещения к юнитам из-за технических проблем. А во-вторых, просто вы не... Ну, вы просто не... Знаете, когда ты смотришь и не понимаешь, что происходит на экране, я стараюсь объяснять, естественно, но пока вот люди не въедут, это просто, ну, непонятно. Ну, и многие, видите, еще не прорисовано еще все, знаете, вот такое. Так что это вполне естественно и как бы, ну, что поделать. Ну, а я пока жду появления Cyberpunk 2077, который тоже... Планирую стримить, вот записываю очередную серию. Надо брать в ассет, причем его надо так брать, чтобы Карфаген ничего не получил. Так, давайте я, наверное, сюда. У нас новая королева, вот видите, этим кодом умер. Кейсу Великий, или... Не, Валериус Великий. Так, я сейчас думаю, как-то мне лучше подходить. Много ли наносит урон? Вообще тут все как бы не особо много. Мне надо окружить город, чтобы Карфаген сюда не мог влезть. Вот в чем идея. Ух ты, меня прям достреливают даже лучники оттуда. Давайте, кстати, постреляю. Слушайте, а вот тут неплохо бьет баллисту. Сейчас давайте я баллисту поставлю. Баллисты неплохо фигачат, я смотрю. Так, мне бы как-то еще вот это место занять. Ну, в принципе, следующим ходом вассет должен упасть. Я думаю. Тут эти висячие сады и пирамиды я получу сразу. А это не... Это не чудо как... Да, некрополь еще. Класс, три чуда прям сразу. Сколько у Египта чудес? Пирамиды, я считаю, еще Аппадана где-то. Наверное, тоже тут где-то должна быть. Кто-нибудь Аппадан увидит? Вот я не вижу. Значит, где-то в этом... Не, все равно что-то не вижу Аппадану. Может, тут мы стоим на ней? Где-то это башни. А, вот Аппадана, да, видите. Баллиста на ней стоит. Так, ладно. Что у нас в столице? О, мы что, в столице форум до сих пор не сделали? Прикол. Ну, если первого уровня есть. Да, ну давайте форум, конечно. Потом я подумаю, может, архив. Так, что с рабочим? У нас еще 23 приказа, но там, очевидно, уже не надо подводить.
военные юниты. Там достаточно того, что стоит, поэтому подзабьем немного. Так, здесь мы монастырь и храм построили. Тут тоже. Там чувак доделывает. Ну, наверное, отправлю. Давайте. Тут надо разобраться. Так, проатакую. Сюда подойду, проатакую, но это на будущее, чтобы поставить на якорь. И, в общем-то, этого парня переводим в Капую. А, Капуя у нас уже иудаистская, да, в Капую. Переводим. Сюда пропускаем ход, потому что не могу пока... Так, я все еще не открыл. А, вот тут я могу. А, здесь я уже построил порт. Давайте здесь. Каждый порт это у нас, видите, плюс к ресурсам. А, плюс к деньгам. Почему, собственно, и нет. Так, здесь у нас добывается мед. Значит, нам надо следующее... А, у нас жителя нету, видите, пока. Ладно, подождем. И, наверное, тоже лесопилки буду строить. Все-таки пока с лесопилками. Вот здесь я, похоже, хотел храм потом. Может, мне тут... Каменоломню, я вот думаю. Да, нет, мне кажется... О, слушайте, смотрите, снизились цены на дерево. Эти все уже делают. Короче, у всех уже куча ресурсов, похоже. Так, 10 приказов. Наверное, этим не буду двигаться. Давайте глянем, что у нас тут из армии имеется. Но этого можно подвинуть, да? Давайте вот сюда. Проатакую рабочего. Ну, в надежде сюда встать. Так. Нет, не будет. А, у нас тут еще с нумидийцами войнушка. Давайте щит поставим. Все-таки тут как раз эти стреляющие будут обстреливать. Этим. Полечиться. Кстати, обратите внимание, что третий уровень это максимальный. Дальше просто невозможно. Ну да, даже нет, видите. А у нас мейсмены против кого имеют бонус? Против... Как раз против... Ну давайте, наверное, так и вот этих проатакуем. Что плюс 25%. Так, еще три приказа. Лучники, лучники, лучники. Ну давайте этим полечимся. Этим я ходить не буду, значит, каким-нибудь лучником подойду. Давайте сюда. Все, можно заканчивать. Ну, по идее, конечно, Карфаген может убить этого рабочего и встать... Ну, я, во-первых, не вижу ни одного юнита у него тут, которым он может захватывать. Видите, у него все стреляющие. По-моему, стреляющие не могут захватывать город. Все-таки. Опа, возвращение египетских юнитов, которые отступали вроде как. Слушай, куда ему вот эти беремы девать? Ему тут даже, ну, собственно, некуда их лечить. Отлично, что он этого атакует. Плохо, что этого. Ну, там вроде все выжили.
Так, торговцы из Карфагена прибыли. Значит, три приказа нам, а мы им 46 еды, и это, по-моему, очень крутое. Или наука... Нет, давайте приказы. Тут наука 14 вход, это уже не так много. Да, то есть плюс три приказа, по-моему, очень круто. Губернатор Капуи. Давайте посмотрим, что у нас тут в Капуе. А, это Неаполь. Вот Капуя. От шахт у нас нету вообще тут шахт. Не, по-моему, вот это у нас только шахта, да? Да, ну здесь нормальная шахта на 40 денег. Плюс 2 за... Ну, наверное, вот это Warlike, потому что все-таки военный город, где я юниты строю. Так, давайте-ка мы закончим взятие Вассета. Блин, прикол в том, что этот рабочий тут зону контроля имеет. Так, давайте-ка мы вот так сделаем. Насквозь прошиваем, этот умирает. Отлично. Так, с этим рабочим надо тоже разбираться. Так, вообще мне хватит сил. Давайте, наверное, сначала Вассет заберу, то я боюсь, сейчас я вот похожу юнитами, мне просто не хватит силы его захватить потом. Отлично. Захвачено. Так, теперь убиваем этого рабочего и... подводим катапульту вот сюда. И отсюда насквозь атакуем. Не катапульту, а баллисту подводим. Вот так. Делаем. Отлично. Этого я, пожалуй, отведу. Я так понимаю, что, наверное, чудеса у меня пока не начинают работать. Что вообще они дают? Давайте глянем. Блин, потерял город, где я тут... Не, ну они точно пока не работают, потому что даже границы не моими считаются. Но давайте на будущее посмотрим. Ух ты, городские улучшения игнорируют требования соседства. То есть я все городские вот эти улучшения теперь смогу строить где угодно. Правда, я не понимаю, чисто для города или для всех вообще городов. Ну, они даже, кстати, не учитываются у меня здесь. И 25% стоимость законов. Тоже очень круто. Отлично. Так, что Ападана? А, нет. Это игнорирование именно для... видимо, для чудес. Это не то. Там, значит... пирамиды на 25% меньше стоят законы, а Падана пол приказа за каждый город, в котором распространена наша главная религия. То есть это так прилично, как минимум штуки 4 приказов, наверное, будет сверху. Класс. Так, и последнее, что я не посмотрел. Некрополь. Каждый храм плюс 2 культуры. Ну, по-моему, очень неплохие. Не, что-то там еще, по-моему... А, нет, все, я посмотрел. Очень, по-моему, неплохой захват произошел. Так, тут я хотел поставить на причал. По-моему, даже этим ходом я еще не могу, да, перебрасывать? Не могу. Жаль. Ты я баню тут построил, да? Мне теплые бани рекомендуют построить. Ну, почему нет? Или академию лучше на науку? Или министерство? Министерство только рядом с...
Вообще, я министерство, я тут цивики... Ну, это из-за того, что я строю везде много всего именно на цивике, да? Ну, наверное, министерство я бы поставил. Так, министерство везде одинаково приблизительно, академия, походу, тоже, да? Давайте тут министерство. Так, а тут я построил Колизей. Ну, давайте Академию. Ведь цивики и наука сейчас важнее имхо. Так. Вот еще вот этот остался тут. Опять же, я, по-моему... Да, у меня, по-моему, была амбиция, была возможность 6 дворцов поставить, но... Немножко я... Вот у меня амбиция 10 старших специалистов сделать. Так, мне рекомендуют здесь академию. Семи три. Наверное, лучше здесь, пока вдруг тут соседство возможно. Так, что у нас по юнитам? Ага, вот тут мне надо заняться. Так. Этого убиваем. Блин. А вот это неудачно. Я что-то думал, что у меня будет еще... А, я могу купить приказ. Ладно, я сюда встану. И... Купим приказ один. Лечением займемся. Так, ну все, у меня приказы, в общем-то, закончились. Здесь баллиста завершена. По-моему, у меня уже баллист достаточно. 5 штук, чтобы потом их в полиболососы... Раз, два, три, четыре. Да. Баллист достаточно. Так, ну мне спецы нужны, с одной стороны. С другой стороны, тут, конечно, цивиков уже не особо много. Может, все-таки армию продолжать тут строить? Так, у меня куча баллист есть. Лучников у меня тоже куча, которых надо, в общем-то, апгрейдить. Вообще-то, мне военные очки нужны, потому что у меня не апгрейдятся юниты, потому что там военных... Да, давайте, наверное, все-таки спеца. Тренировочный лагерь. Тем более, что мне нужны элдер. Спецы, они все 60 стоят. Заканчиваем ход. Так, сначала будет Египет ходить, потом там варвары. А как бы вы, чтобы мне варвары там не убили моего... Как его лучше назвать? Булавочника? Булавочника? Булавамена? Война с булавой? Честно, как это было переведено в... Четвертый циви. Там тоже мейсмены были, я помню. Ну, приехал мой баллист мочить. Так, все, теперь, ну, ничего не убил. Так, Карфаген там Элефантину тоже осаждает. Тоже пошел к Элефантине. Но мне бы надо мою армию вылечить. Ой, все, хана этому. Блин, вот тут нумидийцы что-то... Что-то серьезное. Король Ассирии умер. Как у нас с новым королем отношения? Нормально. Блин, может мне тут все-таки дождаться, когда анархия в Осетии закончится? Не хотелось бы юниты терять. Я бы их вылечил лучше. Так, вот этого лучника я бы проапгрейдил.
А, блин, слушайте, я тут дорогу хотел, я вспомнил. У меня тут дороги нету. Так, давайте вот сюда встану и... Эти 100 военных очков требуются. Железо и дерево у меня как раз сейчас уже есть. А вот военные очки не так прибавляются, как хотелось бы. Так, ну что, этого я уже могу перебросить? Могу. Где у нас тут какие ресурсы? А, ну там только рядом с плантациями, по идее, монастырь, поэтому пофигу, где его ставить. Ну, давайте... Давайте вот здесь. Так, храм готов. Не храм, монастырь готов, храм тут хочу. Интересно, да, вырубает. Миссионеры сами вырубают леса, нормально. Верующие люди, видите, на все готовы, чтобы, ну, чтобы построить храм. Так, ну, я не знаю. Тут надо как-то валить. Потому что против раз, два, три, четыре, против 5 юнитов. Это теперь так, ну давайте, может, этого из Брундизия как-то попробуем сюда перебросить. Нет, по морю никак. Это за снег, такое ощущение, что пошел. Так, у нас тут два события, ценный опыт. Ну, короче, губернатор Аретиума. Так, становится интеллигентом или получает мудрость. Ну, тут 6 науки. Потому что плюс 1, плюс 2 науки за каждый уровень. А тут 7 науки, просто плюс 18. Интересный, конечно, вопрос. А скоро следующий уровень будет у Аретиума, например? Нет, не скоро. Поэтому лучше процент ему взять. Так, и следующее событие. Ну, короче, нумидийцы, ищут одного, ну, лидеры нумидийцев ищут для своих сыновей подругу, ну, точку можно. Все они хотят, ну, это вообще наша. А имеет ли смысл? Давайте посмотрим, на какие они. 53 года. Это тот, ему 53 года, да? Ну, напоминаю, что дочку мы усыновили, потому что нету своих. Так, это фанатик. 4 мудрость. Минус 1 храбрость. Но он фанатик. Но он может быть генералом, канцлером. Блин, мне что-то не хочется с ними мир. Не хочу, нет. Короче, неохота. Так. Давайте, наверное, дорогу буду проводить здесь. Так, что у нас с юнитами? Я бы на самом деле отступал. То есть вот тут можно этого добить. Так, тут бы я на свою территорию пока отступил. Слушай, а тут дорог нету, да, между Вассетом и Элефантиной? Класс. Ну, видите, как переход хода происходит. Вообще невозможно ничего увидеть. В общем-то. Так, ну давайте потихоньку
апгрейдить лучников в арбалетчиков. Стоим, стоим, стоим. Я подумаю, может быть, стоит подвести. Ну, здесь, ну, хотя 9 приказов осталось всего. Да, мы тут кого поведем. Так, эту давайте сюда, чтобы опыт получала. Я, наверное, сразу ей дам на фокус. Так, 6 приказов. Ну, в общем, эти пока стоят тогда. А, мне тут явно есть чем... Куда приказы эти деть? Так, и этот стоит. Так, это у нас на якоре. Это тоже стоит. В Риме форум. Ну, вообще, мне надо спецов делать. У меня... На это амбиция. Кстати, амбассадора надо посмотреть. А, у меня нету все равно цивиков, чтобы его посадить. Так что без послов пока. Ну, давайте монахов добьем. Потом, наверное... Ну, просто я цивики хочу сделать в первую очередь. Потом песцов. Пока так. Беневентуме. Ну, тоже монаха. Потом Акалита. Чисто на спецов сейчас. Подожди, мастер-священник, это где у меня? Тут, слушайте, тут вообще так уже довольно много. Подожди, а где у меня священник-то? А, вот. Блин, было... Мне показалось, что это этот... Военный. Давайте, наверное, песца закончим. Потом священника, потом философа. Так, в Брундизии. На священника. В Неаполе. Я стены закончил. Ну, пожалуй, надо военного спеца делать. И гости. Философ. Давайте монастырь закончим. Если вы не заметили, в начале хода у меня был большой плюс по цивикам, так как я во всех городах всех ставлю делаться спецов, которые именно цивики и тратят, то, соответственно, очень много ушло. У меня вот писец еще, да? Ну, тут больше цивиков дает. Ладно, пока тут буду. Так, и 5 приказов. Этого рабочего сюда на лесопилку. Этот рабочий сделал бани. Блин, у меня уже время, наверное, такой офигительный минус к несчастью идет, но все пока. Хочется до первого уровня, конечно, снизить. Тогда можно будет все эти ресурсы в какой-нибудь другой город перебрасывать. Новые чудеса. Тут не все чудеса сразу доступны. Тут чудеса вы можете строить в зависимости от уровня... Уровня культуры в городе. Ой, один приказ еще даже остался. Ну, давайте...
этого лучника вперед поведем. Или может этого... Подождите, у меня тут... Да, я там перевел. Давайте вот этого дуболома лучше вперед поведем. Нету смысла сидеть в Гелиополе. Как тут армия у Египта? Слабее. У Карфагена сильнее. У Вавилона такая же. У Персии такая же. Но Персия там вообще-то воюет с Ассирией, которой армия намного сильнее, чем у меня написано. Да, конечно, оптимизация. Видите, как все тормозит? Это при том, что, еще раз повторю, как понять, что игра не оптимизирована? Когда она тормозит, используя все ресурсы вашего компьютера, это понятно, у вас не хватает ресурсов. Когда, извините, она тормозит, используя, дай бог, если четверть. Так, это наш муж умер. Ну, 47 лет. Мы в Медиолануме либо стены. То есть мы сейчас можем на ровном месте получить либо... Ну как на ровном? Минус 40 камня, но все равно у нас сразу стены появятся. Либо форт. Ну, не знаю, два... У меня тут только один юнит есть. Давайте, наверное, стены. Так. Мудрость. Давайте мудрость получим. Так, оппортунисты. Губернатор, ну, Клавдии пытаются повысить на нас влияние. Губернатор Эмилия, ученый, посещает двор и требует, чтобы мы поддержали ее город. А она губернатор какого города-то? Аретиума? Так, какие у нас тут отношения? А что у нас такие минусы? А, потому что мы новая королева. Очевидно, давите. Но это небольшие минусы, это еще можно жить. Так, мы тратим 900 монет, минус 30 несчастья в Аретиуме, плюс 80 культуры в Аретиуме. Ну, почему нет? У нас столько денег. Вообще посадить можно. Не, я бы потратил, пускай. Почему нет? Так, дорога. Не знаю, атаковать или полечиться. Это всего 5 хитпоинтов, я бы проатаковал. Тем более у нас тут стены, то есть они сейчас меньше будут урона наносить. Так. Я тут уже начал храм строить. Да. Лесопилка готова. Министерство. Да, давайте министерство. У меня сейчас все в цивике как бы идет. То есть мне нужны вот эти очки. Ну, я еще тут постою, да? Тут он в границах, я не вижу. Нет, не в границах, похоже. Значит, мне нужно сюда отступить, чтобы лечиться, когда появится такая возможность. Так, там у нас Карфаген атакует Элиф. Блин, он может ее взять. Может, стоило атаковать Элефантину? Ну, мне кажется, я могу ее захватить. Давайте попробуем. А, блин, тут стоит юнит.
Так, сколько у нас очков военных? 300. И стрелять я ничем не могу, да? Блин, Карфаген захватит Элефантину. Ну, я же хотел Элефантину. Карфаген, у тебя ж Мемфис вот уже. Это как бы вот моя территория на самом деле. Это не очень хорошо. Ну, конечно, с другой стороны, что я стоял, да? Мял всякое. Да. Ну, мне бы, наверное, даже двумя этими булавушниками достаточно было протаковать, и я бы захватил. Так, туда у меня никак юнит не может влезть. Так, ну, предположим, я еще лучником проатакую отсюда. Блин, ну я пройду. Смотрите, мне надо. Это будет очень много. Нет, мне не хватит очков военных. Ладно, знаете что, я тут постою. А вдруг он не захватит, и там еще можно будет проатаковать. Так, давайте, наверное, вот здесь коттедж, и сможем тогда здесь еще амфитеатр, соответственно. Опять камней не хватает, да что ты? То за одно берусь, другое пропадает. Мне кажется, нет смысла беремами что-то плавать. Он там точно не беремами, уже триремами. Трирема там ничего не может мне сделать. Так, где у нас тут юниты? Давайте, наверное, арбалеты потихоньку к Пирамзесу перетаскивать. Так. Так. У нас ходов еще два хода. Ладно, подведу сюда. То есть я тут еще собираюсь их апгрейдить этот. Ну что, забирает Элефантину Карфаген. Я только не вижу. А, вон у него мечник. Интересно, он сообразит там поменять местами лучника вот это вот все. Но только один юнит, который он может забрать. Сейчас вот тест искусственного интеллекта. В Циве бы... Фиг. Видишь, вот в шестой Циве он бы точно не догадался. Ну, не показали. Вот сейчас как раз... Да, забрал Карфаген. Я вон вижу на мини-карте. Не, слушайте, слушайте, может, все-таки тут стреляющими можно захватывать как-то? Блин, убили рабочего. Новый король в Вавилоне. Открыл кафедральные соборы. И новый закон. Но я пока их не могу взять, у меня нету столько цивиков.
Стремена. Бесплатный лучник на верблюде. Не хочу. Юриспруденция. Еще закон. Ну, наверное, давайте пойдем уже в поле Болососы. Все-таки хочу выполнить эту амбицию. Мне просто апнуть надо будет 5 штук и все. Так, стены. Ассирия хочет, чтобы мы им раскрыли секрет стен. В принципе, фиг с вами. Не возражаю. Так, в Ариминиуме пастуха доделал. Давайте. О, появился рабочий как раз на мед. Нам надо добывать ресурсы. Так, теперь вот тут воюем. Слушайте, а как он нам рабочего? Да они постреляли в рабочего, и так больно было. Надо было прокачать, конечно, этого. Насколько меньше урон наносит. Ну, мне кажется, медиалану тут сложновато взять. Так. Наверное, вернемся в границы и полечимся. Смысл атаковать последний город, если весь израненный. Так, вот это у нас ничего такой. Пойдем к Пирамзесу потихоньку. Я хочу просто занять клетки вокруг города, чтобы это не сделал Карфаген. О, да, у нас там еще Вавилон, как бы, типа, не прочь. Да, ну, короче, мы Египет реально пилим тут. Просто распил. Так, постою. Постою, потому что я тут апнуться хочу. Ух ты, минус 36 еды. А знаете почему? Потому что мы кучу спецов строим, которые потребляют еду. Между прочим. Поэтому мне надо что-то с едой сделать. Наверное, вот тут давайте фермы построим вокруг пастбища. А то как-то грустненько с едой становится пока. Ну я там торгую, правда, так прилично. Минус 46 карфаген. Минус 86 карфагену. Но неважно, я буду еще спецов строить. Они там, по-моему, 20 еды в ход потребляют. Согласитесь. Прожорливые ребята. Так, давайте глянем, что у нас тут. Рабочие могут еще сделать. Угу. Может. Не, все-таки этого давайте переброшу сюда. И закончу ход на этом. Ну, следим за агонией Египта. Ну, тут, конечно, Вавилон. Ну, правда, тут у него морские юниты в основном. Видите, там один мечник. Ну, у Египта просто неудачное месторасположение. Он так реально среди всех нас. И у него получилось, сколько, 4 города поставить, получается. Сложновато было. Будь ты хоть 100 пядей во лбу. Покедомечник египетский. Этот мне почему-то мою трирему атакует. И несется. Так. Конечно, ну, вы сами видите, да, какая анимация, все тормозит. Колосс Греции начинает строить. Новый король в Карфагене. Так, какую семью мы сюда посадим? У Фабия в плюс 5 и 4 города. К
Клавдиев только три города, но минус 19 будет. А у Юлиев все нормально. Ну, блин, у Фабиев... Ну, это, конечно, пограничный. Я бы, наверное, Юлиев все-таки сюда определил. Так, и я получил все... О, плюс 54 приказа. Как вам? Это за счет... За счет чудес. Так, ну, давайте лечиться. Здесь улучшаться. Здесь лечиться. 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 Дуболомом подходим. Что, обстреливать? Пирамзес. Ну, что-то, мне кажется, не вряд ли Карфаген заберет. Так, теперь с нумидийцами что тут у нас? Давайте так проатакую, а этим сюда. Да, от этих мы отобьемся. Видите, как стоит, просто стоит в тренировочном лагере и получает уровни. Ага, он тут хочет меня все-таки убить. Ну, придется тогда пока убрать эту трирему с якоря. И немножко поатаковать. С другой стороны, что Египту? Скоро его просто не ставим. О, даже крит прошел. Минус одна берема. Так, что у нас тут в событиях? Кстати, прикольный губернатор. Может действительно согласиться. Давайте. Ну, это этот из Аретиума губернатор. Так, 20 приказов. Сначала по городам пройдемся, что у нас тут. Вот, уже 7 старших специалистов. Это у нас... это у нас что за город-то? Вассет. А, так это в нем уже было. Слушайте, то есть я захватив Вассет, считайте практически амбицию. Тут раз, два, три, четыре, пять старших специалиста. Один свободный... Ну, я даже не знаю. Собственно, по-моему, и некуда. Давайте, наверное, рабочего построим. Блин, 20 ходов? Тут что, еды нету вообще? Да, тут вообще нету еды. Ну, вот сюда нам мне предлагают, где вино. В принципе, да, давайте. Как раз еще еда появится. Хоть какая-то дополнительная. Так, вости... Песца, да. Наверное, сюда продолжу. Потому что, опять же, цивики. Тем более один ход. Так, до старшего. Капуя. Форум. Архив. Или давайте офицера. Опять же, повторю, военный город, поэтому, наверное, имеет смысл. Так, я хотел фермы.
Баня есть. Ну, блин, не знаю, имеет ли смысл культуру прям повышать? Давайте, наверное, тут фермы вот так треугольничком поставлю. Хотя там у реки, конечно, больше они дают, но... Дайте я гляну, потому что у нас другие рабочие могут. Ага, тут я построил монастырь. Потому что рядом с плантацией, да? По идее, я тут могу храм построить, да? Могу. Колизей. Не, колизей мне вот тут надо будет строить. Вот этот рабочий, когда доделает коттедж. Ну, давайте, наверное, министерство. Так, 4 рабочих. Остия. Блин, тут бани негде делать. Универ. А, легендарные требуются. Ну, блин, мне тут, собственно, вости. А, давайте, наверное, этот порт вот тут сделаю. Тут, мне кажется, Пелос не влезет никуда. Что он должен соседствовать с судом. Видите, а суд у меня вот здесь. Ну, так получилось. Да, но тут у меня... А у меня достаточно коттеджей после... Не, я могу еще два коттеджа. Вот один здесь точно. Это просто, чтобы соседство было с амфитеатром. Не хватает камня. Но я смотрю, тут уже все ресурсы продаются вообще без проблем. Все дешево стоят. Ну, два это самая дешевая просто стоимость. Так, в Капуе. Давайте, наверное, рыбы построим. Ну. Не хотел перемещать, говорит, не хочу рыбы добывать. И два приказа. Давайте, наверное, сюда вот дорогу я все хотел сделать. Надо, пока тут дождусь этот доделает что-либо. Блин, уже 47. Было же 54 плюс 54 приказа. Теперь плюс 47. Ну, все равно, конечно, прилично. Интересно было бы узнать, сколько вот у моих соперников приказов на ход. Так, и меня волнует судьба Пи Рамзеса. Только ополчение у Египта осталось по-хорошему. Да, блин, это свои беремы долбаные. Вообще неинтересно. Тахаре. Так, Карфаген. Ну. Так, убил рабочего. Все. Все, что сделал Карфаген. Да. Так, вы известны как строитель. Король Греции умер. О. Дочка появилась. Отлично. Ну, не дочка, внучка, точнее, это внучка. О. Секрет. Персы хотят торговать секретом гидравлики. Что мы им за это дадим? Давайте вот это, кафедралы, вот это вот. Не хочу им давать секрет арбалетов.
Так, и наш лидер. Новый стреляющий юнит не хочу. Вот, кстати, защита городам, мне кажется, неплохо в данном случае будет. Поэтому беру. Так. Что-то как-то тут меня больно бьют. Имхо. Ну, что-то я не думаю, что все-таки получится у них захватить. Да, мне нравится прокачка на криты, поэтому беру фокус. Так, это у нас антиум. Тут я этих офицеров делаю. Так, вот, рабочего на дорогу. По идее, тогда должен... А Вассет вообще соединен каким-то образом. Интересно. Гелиополь не соединен, а Вассет соединен. Да елки. Вот это переходы, да? Как оно тормозит все-таки? Так, я хотел дороги тут увидеть. Нет, не так. Вот. Значит, я уже соединил и Гелиополь. Но мне было интересно, Вассет как соединен. Непонятно. Вот здесь же написано соединен со столицей, но я не вижу зеленого. А, я, знаете, что могу предположить? Река идет к морю и через море тогда, наверное. Это только предположение. Кстати, такой минус по идее сразу стал. Я тоже думаю, из-за спецов в Вассете. А, потому что сам Вассет еды практически не дает, зато там много спецов сидит. Тут просто даже можно глянуть, он зайти. Минус, хотя он минус 26 дает. Всего лишь. Это вот открываешь город, это вот показывает, сколько город дает ресурсов. Так вот, то есть минус 26. Давайте глянем по другим городам, кто больше всего минус дает. Вообще-то, наверное, можно навести просто на... Все-таки Вассет больше всех дает. Ну и самый большой минус из-за торговли с Карфагеном. Но мы конкретно в минус вышли, видите, в Вассете. Ну и Беневентуме там практически нету еды. Слушайте, тут у нас... Скоро мы начнем еду покупать. И цена на нее начнет расти. И это не весело. Так, тут я опять хочу на якорь поставить. Что с рабочими? Академия была, да? А тут министерство. Ну, давайте университет. А, легендарный уровень, блин. Еще не легендарный. Не знаю, стоит ли тут бань. Ну, кстати, в Беневентуме, наверное, и стоит, потому что, да, тут все еще плюс. Потому что сюда никакие ресурсы я не отправляю. Давайте теплые бани. Порт.
Так, дорогу я здесь сделал. Пастбище здесь. Еще, конечно, надо было тем рабочим. А, там я дорогу им поставил. Ладно, тогда нет. Так. Ну, я бы вот здесь вырубал кустарники и делал фермы. Да, нету воды, но они будут соседствовать друг с другом. Они хотя бы вначале вот просто... А, даже три всего лишь. Блин, хреново. Нет, три это что-то... Три это мало. А, ну вот тут, смотрите, 9. Ну, это холмы. Это на холмах жалко фермы. Ну, блин, 9. Все-таки. Так, что у нас тут с юнитами? Пять юнитов, 16 приказов. Вполне сможем подвести. Этот пускай лечится. Фига тут прокачанный у меня. Откуда? А, это я квест какой-то выполнил, да, и получил такую сразу мощную баллисту. Этого давайте подводить. Эти все вылечены. Этого я поставил на защиту. Так, ну давайте сюда и вылечить. Видите? Триремы, например, они даже не трехмерные модельки, это просто 2D нарисованные. Конскрипты улучшу. О, у нас тут еще есть... А, блин, у меня дерево. Ну, слушайте, может просто Alt купим дерево, господи, там у меня столько денег... Давайте, наверное, или не вести. Так, у нас тут все стоят в местах, где они получают опыт. Вроде да. Блин, 6 приказов еще. Ну, давайте этого лучника тоже апну. Да. Ну, мне вот в Неаполе распространить религию. Потом, наверное, пойду в ассирийские города распространять. Хотя вон уже... Слушайте, и в Екалатуме, и в Мардамане уже иудаизм. Египет христианский. Ай, закройтесь, я там хочу посмотреть, что с Египтом происходит. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, кого атакуют? Юниты атакуют, окей. Блин, что-то, смотрите, как больно. Думал, а вон и Вавилон. Так, слушайте, там юнитов уже не осталось у... О, 10 старших спецов выполнила. Да, блин, слушайте, что тут с нумидийцами? Что так больно-то? Так, 6 амбиций выполнено. 7-8 будет. Я, кстати, на первом месте по очкам стал. Но это чисто благодаря, конечно, Вассету, потому что там чудеса были. Смогу ли я
захватить Пирамзе с этим ходом. Так, я хочу... А почему я не могу сюда подойти? Я в зону контроля какую-то попал? Ну я ж... Нет, с этим я воюю только с Египтом. Почему у меня марша нет? То есть, да, у меня, вы хотите сказать, что у меня закончились очки движения, но я бы мог... Что если... Ага, вот. Теперь марш и сюда заходим. Отлично. Так. Давайте, наверное, так сделаю. И так. Теперь вопрос, хватит ли мне силы. Вообще должно, по идее, хватить. Выглядит так, что хватит. Так. 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 Не, или не хватает. Да ну вы прикалываетесь. Вавилон заберет. Ну, это прикол. Нечестно. Нечестно. Ладно, давайте, наверное, переброшу уже в Неаполь. Так. Федеральные соборы, конечно, могу строить. Блин, храм Соломона до сих пор не построен. Ну, вообще, с другой стороны, ну, нафига мне, деньги не нужны тут. Так что, наверное, и храм Соломона. Так, этого я хотел вот сюда. Этого я к Вассету. Я смотрю, у вас это, собственно, нормальных ферм тоже нет. Видите, плюс 4, плюс 4, ну плюс 5 вон. И тут все реки заняты. Шахты, ну шахты, мне кажется, не нужны. Не, ну тут пишет плюс 5. Если я их треугольничком сделаю, то это плюс 6 даже будет. Я обстреливать. Жаль. Блин, надо еще этих проверить. Губернаторов. Так, вот наши города. В Вассете нету губернатора. Некого добавить. Так, значит, у Юлии в губернаторов нет. Еще один в Гелиополисе. А, ну я пока... Я, подожди, по идее, должен мочь. И у Фабия в губернаторов нет. Класс. Ну, в Брундизиуме. Нету губернаторов, да. И послание... А, стоп, так... Там, наверное, цивики тоже три. Ну, ладно, цивики... Там было бы написано, что губернатор есть, просто не хватает.
Так, в Гелиополе архив. Стоит ли тут стены строить? Мне кажется, нет. Рабочий 13 ходов. Ладно, давайте стены. Так, юниты. Этим я постою. Постою. Так, это у нас... Ладно, давайте... Опыт получать. Долечу уже оставшихся. Да, тут, конечно, битва за Медиоланум. Серьезно идет. Блин, прям ты хоть... Ну, вообще, с другой стороны, тоже, если Вавилон заберет, а не Карфаген, тоже хорошо. Лучше было бы, если бы я забрал. То есть я, получается, всего два города забрал Египта. Два города Карфагена и один Вавилон. Ну, вообще, с другой стороны, конечно, по-честному. Практически пополам разделили. Может, мне союз вообще с Карфагеном заключить? И пойти в Вавилон пилить. Как там Ассирия, интересно, с... Блин, мне надо опять понаправлять Тарсус. Ну, Тарсус это явно персидский город, по-моему. Так что его Ассирия захватила. Да, захвачен Пирамзес. Все, Египта больше нету. А, это, кстати, обратите внимание, что войска, оставшиеся от Египта, не пропадают, а становятся вот такими как бы варварами. Кстати, это правильная идея. Вон они пошли ассирийский флот мочить. Класс. Неудобненько вышло, да? Все, просто нету флота в Ассирии. Ну, сейчас, правда, и у меня, наверное, не будет. Да не, я, наверное, там выстою. Это все-таки беремы, а у меня три рема. Вдохновленные силой веры в иудаизм, семья Фабиев провела дебаты на одном из этажей тронного зала. Так. Они хотят пристыдить Карфаген, что они следуют путем зороастризма. Ну, у нас с Карфагеном 364, так что я думаю, фиг с ним, если будет минус 80. Так, это у нас губернатор Аретиума. Праведный. Минус 2. Да, конечно, праведный. Наблюдательные фермеры... из окрестностей Аретиума разработали новый календарь для планирования посадок на базе движения звезд. Ну, либо мы... То есть такая многообещающая работа. Короче, 50 еды платим и 4 клетки границы расширяем. Я бы лучше 2 рабочих, 2 жителя взял. Что-то мне кажется, уже клетки просто некуда расширяться границам в Аретиуме.
Следующая амбиция. Захватить 6 иностранных городов, это уже вот вряд ли. Легендарная сокровищница, форум и архив, вот это в Риме уже вполне возможно. И наибольшее население, надо 141 население. У нас это, вот это я сделаю. Это я реально сделаю. Причем я, по-моему, это даже уже сейчас могу делать. В Риме. Так, ведь сначала надо... Там форум, архив и сокровищница, да? Да, давайте сначала с сокровищницы тогда начнем. Ну, на уничтожении Египта я, пожалуй, закончу серию, по-моему. По-моему, неплохо. Пока все... У меня такое ощущение, что скоро мы все-таки по амбициям победим. По очкам мы тут уже вперед выросли. Ну, на самом деле, я говорю, конечно, мы пополам разделили, но вассет тут главное... Главная жемчужина, потому что 4 очень классных чуда. Видите, у Вавилона вообще нету чудес. У Персии одно чудо. У Греции одно чудо. У Карфагена одно чудо. У Ассирии 2 чуда. А у меня 4 только благодаря захвату Вассета. Просто вот на ровном месте. Еще раз глянем, что Некрополь нам дает... плюс одну культуру вход за каждого специалиста, и каждый храм еще плюс 2. То есть у меня в городах сейчас должно быть такой прирост культуры дикий. 102 вход. Ну, вот видите, уже легендарный город. Ну, тут 13,5, я тут просто... Кстати, а почему 13,5? Тут как раз спецов-то много. А, минус 37% от ассимиляции, видите? Тут, конечно, проблема в этих городах, что тут еще куча египтян осталось. И они, в общем-то, поэтому и дают такой минус к производству практически всего. И тут культуры тоже. Видите, минус 37 от ассимиляции. Да. Но зато чудеса работают. Чем плохо. Так, еще хочу раз проверить. Значит, Некрополь глянул. Пирамиды. Минус 25%. Ну, опять же, пока не могу. У меня... Ну, мы можем посмотреть, что они дешевле стоят. Законы. Вот, наверное, инженерное дело. 300. Вообще 400. Да, ну, они вообще 400 стоят. Минус 25% 300. То есть мне надо 300 цивиков, чтобы принять... Законы, ну, философия, мне, наверное, надо будет философию принимать. Плюс 2 науки и минус 25% urban specialist. Кстати, я бы поотменял пока всех специалистов, пока философию не принял, чтобы быстрее строились. Так, храмы и кафедралы. Мне, хотя и кафедралы бы можно начинать строить. Нет, я бы иконографию принял. Храмы плюс 2 к росту, кафедралы плюс 1 закон. Профессиональное. Тут содержание за деньги. Тут содержание тоже за деньги. Минус 144. Кстати, я вот это приму, и мне, например, а философия содержания в цивиках. Иконографии профессиональной армии приму, и у меня уже минус в деньгах будет. Ладно, в любом случае, играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.